Нам иногда задают вопросы на нашем канале, наши подписчики, и первый вопрос сегодня такой. Имеет ли смысл ставить на бюджетную гитару локовые колки? Что я могу сказать? Смотря какая гитара. Во-первых, локовые колки мы рекомендуем ставить на гитары с подвижным тремоло. Почему? Потому что когда у нас подвижное тремоло, у нас возникают вопросы со строем. Когда мы машинкой балуемся, тремоло ручкой, пытаемся разнообразить звучание гитары, у нас в верхнем порожке не всегда возвращается струна в нужное положение. И вот эти вот навивочки на колочке, они тоже могут расслабиться и не всегда вернуться обратно. Поэтому, чтобы избежать этих проблем, мы делаем минимальное количество навивок, и локовые колки нам дают возможность эти обороты вообще не делать. В этом смысле мы за, мы рекомендуем ставить локовые колки на инструменты с подвижным тремоло, таким как стратокастер, и может быть, если инструмент имеет бридж Bixby, да, на такие инструменты имеет смысл ставить локовые колки. Что касается бюджетных инструментов, ребят, на самом деле нету плохих, точнее дорогих и недорогих, и бюджетных, и дешевых инструментов. Есть инструменты, которыми мы пользуемся. Если говорить коротко, вспомним гитару Black Strat Дэвида Гилмора, которая была продана в 2019 году с аукциона за 3 миллиона 975 тысяч долларов. Он ее купил в конце 60-х годов в Америке всего за 70 с чем-то долларов. Это бюджетная гитара или не бюджетная гитара? Зато этот инструмент дал возможность нам слушать, слышать Дэвида Гилмора, его эмоции практически во всех концертах. Думайте сами, что такое бюджетное и имеет ли смысл ставить что-то на бюджетный инструмент. Просматривайте наш канал, подписывайтесь, ставьте лайки. Дизлайки не хочу видеть. Задавайте вопросы. Поэтому для того, чтобы избежать... Твою мать...